Осторожно проваливается. Кольцо МПА, но не тут-то было. Аксенов убирает. Жан-Шарли, скидка на Валиева. Какой умница, Даниил Аксенов. Увидел Евгения Валиева, который находился один под кольцом соперника. Стапкович. Мур ушел в левую сторону. Передача на Жан-Шарли. Тот звук рук танк оформляет. Левио Жан-Шарль. Результативная передача от Стапковича. Питенек. Джордан Теодор, у него мяч из рук пытался выбить, но здесь не получилось. Наброс Петеневым на Брэндона Гаррета. Завершается алиупа. Ух, классный момент. И Брэндон Гаррет, взлетая, сейчас набирает еще 2 очка для Автодора. Уэйр создает для себя изоляцию. Против него Андрей Лопатин. Уэйр до скорости. Скидка на Милутинова. Туда! Подбросили мячик. И Милутинов колачивает мяч сверху. Еще один алиуп. Случает его Ребич против Дмитриевича. Заслон от Синегубова. Идет в другую сторону. И под самую сирену Ребич попадает очень издалека. Энис не забивает, и Брэндон Гаррет 3 в 2 сейчас. Михайловский несет сверху и забивает Никита Михайловский. Не решился им пользоваться Браун. Бросил с отклонением. Распечатайте этот кадр и фотографию и повесьте в раздевалке на шкафчик Брауна. Роскошный постер через Максима Салаша. Так как фол в атаке, он не пробивается, просто владение приходит сопернику. Барфорд, потрясающая передача на Андрея Мурдюка, и тот забивает сверху с двух рук. Все внимание к Джевону Барфорду. Он уже дважды против «Зенита» в этом сезоне бросал на победу, и сейчас снова это хочет сделать. Емченко со средней забивает! Владислав Емченко, наверное, проводит, не наверное, а точно проводит свой лучший матч в этом сезоне. Мейкон, против него Бабурин, болеть нельзя. 2 очка разницы, Мейкон издали! Мейкон! Пересекает отметку в 30 набранных очков этим дальним попаданием и показывает. Я не зря получаю свои деньги.